А, Кристина, какое задание понравилось больше всего и почему? Ну вот я говорю, я больше всего, наверное, болела за тот конкурс, где искали отличия, потому что наша студия была прямиком к этому причастна, то есть фотографировали, снимали нашу студию, мы с организаторами придумывали вот эти вот фишки, что менялось, что переставлялось, и я знала, что там изменилось, что на самом деле поменялось, и мне вот прям с трепетом я на все это смотрела. Ну было весело.